Добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем наш традиционный конкурс, международный конкурс эстрадных исполнителей «Музыкальная гонка». Человек уже выходил на эту сцену когда-то давно, еще на первой музыкальной гонке. Он прошел во второй тур, но дальше не прошел. А по закону музыкальной гонки человек, который был во втором туре, может попробовать еще раз участвовать в первом. Итак, встречайте, Руслан Квак! Подними глаза, рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. Девять, восемь. Вы понимаете, дело в том, что у вас замечательный материал. У вас очень хороший материал. Вот, в принципе, многие бы педагоги гордились бы тем, что у них есть такой студент, как вы, да? Раз ты стоишь на сцене, то важно, что у тебя внутри. Ты ищешь глазами, откуда тебя снимают, кто тебя снимает. Ты говоришь, я люблю тебя до слез, не понимаю, ты кому это говоришь. Группа Kiva XO. Ты растаешь. Семь, восемь. Если вы на сцене, то есть зритель, да, значит, надо как-то на него работать, а вы все время почему-то куда-то так отрешенно смотрели, руки в карманы, там что-то вроде как бы подпеваете, вроде поете. Найдите применение своим рукам, потому что вы на сцене уже прежде всего артисты. Мы должны смотреть на вас с восхищением. Первый раз на этой сцене Вова Морган. Я его так хочу сегодня объявить. От чего-то красивые березы шумят, от чего гнозвольные все понимаю. В дорогу, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально. Восемь. Три восьмерки и семерка. Если бы не ваша обаятельная улыбка, я бы поставил вам шестерку. Вы не смотрите на публику, которая находится в зале, вы смотрите только в камеру. Это хороший признак. Быть вам звездой когда-нибудь. Следующий участник, зовут его Илья, а фамилия его Бескончен. Ваши аплодисменты. Там нет ни слез, ни бед, ни бурь. В небе чистом, как лазурь, над очертанием реки все болит, болит степное рев. Не улетай, не улетай, еще немного подружи, и свой чудесный дивный край мне дорог. Послушали? Да. Но... Первая песня как бы пошла уже, мурашки пошли у меня. Главное, береги тот талант, который подарил тебе Бог. Великолепно. Я, честно говоря, редко получаю мурашки. Получил. Честно говоря, сначала, когда ты вышел, я подумал, наверное, один балл придется за твою рубашку, за такой, ну, немножко такой, не совсем, чуть-чуть неряшливый вид. Но потом, когда ты начал пить, то... Я об этом, да, в общем-то, стал забывать. Большое спасибо. Поддержите аплодисментами. Дарья Малышева сейчас будет выступать. I don't know how I can love you so
10. Встречайте, Кисаева Виктория. София Цурцумия, аплодисменты. Я к тебе приду на помощь, только позови, просто позови, тихо позови. Дарья Царева. Представь себе этот мир огромный весь, таким, какой есть, и что любовь в нем есть. Когда наполнен он дыханием, встречайте, Татьяна Феоктистова, ваши аплодисменты. МС Зика, вот так я тебя представлю. Не пали по сторонам, убитый, тут и дым, не живых, не пали, бомбали. Тут говорят, без палива, ведь небо сочно варево. И это правильно, хотя неправильно, и вряд ли памяти. Как бы мне тебя бы не убить, не любить тебя как? Вот где ответ, вот как битва покажет мне больно. Ну как сон, сука, любовь, брамачек. Я солдат, недоношенный ребенок войны, я солдат. Мама залечи мои раны, я солдат. Солдат, забытый богом страны, я герой. Скажите мне, какого романа? Десять, это 40 баллов! Мне очень понравилось твое поведение на сцене. Причем своего стиля самовыражения. Ты в поиске. Этим ты пока интересен. Хороший вокал, очень большой потенциал. Ты сегодня все сделал, все очень точно. И актерски, и в принципе вот твое состояние само, понимаешь, как певца, было настолько для меня очень показательно, понимаешь? Так держать, все у тебя будет хорошо. Спасибо.